Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем спортивно-игровом канале РУСФПС И сегодня у нас будет прогноз на матч Лиги Наций Россия против Турции, который состоится сегодня. Ну, я на самом деле не помню во сколько. По-моему, в... без 15-10 по Москве. Естественно, нам нужно найти сборную, и мы а, пойдем играть. Ну, для начала можете подписаться на канал, поставить лайки, нажать на колокольчик, а я попью водичку пока. Все, классно. Сегодня у нас будет комментирование, то есть не нарезка, а комментирование. Ну да, минут 15 где-то так. Я надеюсь, здесь есть Турция. Да, вот она. Вот. Играть я буду, естественно, за Россию. Естественно, потому что, во-первых, эта команда мне более знакома, более... В общем, я шарю в ней. Я шарю в ней. Будем играть на олимпийском, выберем. Где. Вот, вот. Ясная ночь. Ясная ночь. Чтобы все было красиво. Сочно. Я надеюсь. Ну, так как мы и будем играть ночью, но я надеюсь, все будет очень-очень красиво. И классно. Во-первых, немножко омолодим состав. Немножко. Омолод... Нет, пусть у нас кираков побегает. А дюбы мы на заменке выпустим. Вот так вот можно еще сделать. Так, вот. Так, ну еще... А, вот так. И у нас все, в принципе, по красоте. А, и, в принципе, можно уже начинать. Правда, вот еще Киржакова поставим. Или нет кого? Да, капитаном. Да, да. Составы 13-14. Ну, я думаю, ничего страшного в этом не будет. А, вот еще раз, стадиончик. Еще раз установки на игру. Так, все, можно. Начинать 4 минуты. Звезда футбола. Все как обычно. Я думаю, мы сегодня затащим. Но ну, а пока можете что-нибудь взять, покушать, чтобы прослушивание было более ä, приятным и воспринималось более приятно. Немножко подключим звук, чтобы у нас были комментаторы, звуки матча. Это мы пропустим, это нам вообще не нужно. О, все, можно начинать. Мы не будем никуда спешить. Но в атаку мы перейдем. Нет, уже первый, первый отбор от... Да, я сейчас проявлю офигительное знание русского языка, потому что я не помню, как правильно, турок или турков. По-моему, турок. Несмотря на то, что как бы турок, он как бы один, но как бы, ну, не турков же. не знаю. Uh, вот. Но это передача Кижаков. И это первый гол. И это первая атака. Первая атака и первый гол. Ура! Это кто там на кого передачу отдал? Я даже не понял. Но сейчас посмотрим. Все было очень легко. Вот эта передача от кого была? От Анюкова. Анюкова вообще просто молодец. На Быстрого. Быстрого тут убегает. Ну, потому что он быстрый. Вот. И здесь, ну, офсайда то нет, видать, да? офсайда нет. И просто э, спокойно. Пэм. И очень все легко. Э, ну, все просто. 1-0. Вот еще все. По красоте. Идем дальше. Идем дальше. Я еще запишу Россия-Венгрия для вас, поэтому, ну, не расслабляйтесь. Еще будете смотреть. Вот. Сейчас мы перейдем в прессинг. В небольшой вот здесь можно уже накрывать потихоньку. А, здесь можно перекрыть. Нет, они как-то позиционно атакуют. Пока что, пока что не будем торопиться. Вот, все, мы выиграли мяч. Отдали назад. Зачем я, правда, отдал назад, не знаю. Но так нужно было. Так нужно было. Так. Ой, нет, не точно я. Так, здесь Березуцкий, а, быстров. И вот дальше я не знаю, что делать. Можно отдать назад. А можно... Нет, там уже в офсайде. Но я попробую все-таки пробью. Да, там офсайд уже. Там уже офсайд. Там нам не дадут ничего сделать. А, ну, хорошая попытка. Хорошая. Достойно, я думаю, всего, что можно. Шоков выиграет вверх, но там подбор не за нами. Вот здесь Игнаш... Ой-ой, опасно, опасно. Еще опаснее. Так, я... А, нет, нет, все, я промазал лох. Ну, он-то хорошо прошел. Это у нас был Эрдинг. Странное имя для турка, конечно. Эрдинг. Хм. Англичанин какой-нибудь. Может, может быть вообще такой, не... я не знаю, турецкий американец. Ну, все возможно. Кстати, Ардатуран, который в Барсе играл. Ключевое слово играл. Сейчас он не, не играет там. Что я сделал? Ну, хотя бы угловой заработал. Ничего. Тут не поделаешь. Быстров. Быстров. Ой, хорошо. Ой, хорошо. И забей. А смотрите, как он хорошо ушел. Типа, оп. Ну, здесь, да, здесь. Ну, это было близко. Это было близко. Мы вообще откуем, доминируем и унижаем вообще очень хорошо. Анюков, Анюков. А мы вот так вот. Эм, да, передача неточная, но мы, мы отберем. Мы отберем ничего страшного тут. Нет. Глушаков, пару финтов, широков. И здесь можно просто лонгшот про. Что? Это был Киржаков, который помешал нам реализовать наши мечты, планы на вот такой вот офигительный удар я сам себе палки в колеса ставлю. Ну что такое? Это боты, блин, вы что творите? Как вверх выиграй? Нет, не выиграл. Ладно, окей. Идем дальше. Подкат. Все нормально было. Чё ты это притворяешься, блин? Смотрите, он в наше штрафное что-то там крутит, вертит. И мы его унизили. Так, Быстров. Глушаков. Отдай назад. Анюков. Центр. Денисов. Отдай сюда. Широков здесь. А ну ка, если вот так, и если просто попробовать пройти нет, там, там сложновато, там сложновато. Пока что, пока что мы еще раз повторю, доминируем и унижаем, точнее хотя бы стараемся это делать киржаков. еще один удар по воротам. Я даже посмотрю, я даже посмотрю, мне самому интересно, что это за пушка была, да, не хороший удар. Вполне, вполне себе. А, так, подача. Игнашевич. О, это было, это было близко. В последнее время у меня получается с угловых хотя бы бить головой. Хотя бы бить головой. Так, а что это? Это была крестовина. Ну, почти крестовина. Штанга. Но там вратарь, ну, не тащил. Это, это было видно. Он не тащил это дело. Корень подхватил, не подхватил, уже подхватил опять. Судья почему-то стоит, он просто стоит. Кижаков. Нет, это потому что он с левой пробил. Да, ну бывает. Ничего страшного в этом. Нет. Потом в конце первого тайма мы глянем на статистику и посмотрим, кто же там все-таки доминировал-то. Денисов, камбаров немножко тянем на себя нападающих. Вот они нас пытаются прессинговать. У них это плохо получается. Глушаков чуть не потерял мяч, ничего страшного. Быстров. Он супер-супер он быстрый. Подача. Что-то я в последнее время подаю вот так, вот чисто с этих с флангов. И это, конечно, такая себе идея. Она очень тупая. Вот. И так делать не надо. Не делать и так. Блин, мне не получилось сделать финт. Еще у меня рука отказала. <laughs> вот. А, так, ну пока что... Так широков можно отдать. Кижаков здесь... Вряд ли он пройдет, конечно. Да, одного прошел, другого уже нет. Но, но... Но можно попытаться вот так. Вот. Ой, смотрите, что я творю. Точнее, нет, что творит кижаков? Я-то просто ими управляю. Да, он коснулся, и это заработанный угловой. Быстров. Быстров. Здесь от тебя нужно просто закрутить. Вот. Обычно же работало. Что ж такое? Нет, это просто он... Как сказать? В общем, мяч слетел с ноги. Блин, в начале матча забил, и второй не могу забить гол. Все еще. О, он красавчик. Красавчик. А здесь можно, да, здесь можно, да, 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 та та, 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 вот сюда, а вот сюда, а вот вы так не ожидали, да, а вы не ожидали, а вы не ожидали, а там глушаков, а там подкат против глушакова, ну, на самом деле подкат чистый, да, но в принципе как бы больно, а если перелом там все дела, О, все нормально, так, можно гляну, кстати, на статистику, статистика у нас офигенная. У них ужасная. Прям вообще. Теперь вы поняли, кто тут доминирует, унижает. В принципе, как и всегда. <laughs> вот. Но они даже не знают, куда пасы им отдать. Поэтому что ну, с них взять-то? Что с них взять? Так, Анюков, Быстров. Здесь можно вот сюда. Широко вверх-то. Ой, что это было? Что это было? М -м Пока что, я думаю... Может в атаку перейти прям вообще супер 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 убал атака. Например, вот так, 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 так. Только не отбери, ну блин, ну как так, ну деревянненький, как он немножко, деревяненький А там я вижу, а там я вижу. Куда ты по, куда? Вот Бут бутырка стадиум, блин, ё-моё, так Игнашевич. Так куда вы все? Вам ж. Как, что там, какую воду дали в этой самой. В раздевалке. Нет, ну что-то я не знаю. Что-то. Ребят, вы точно воду пили в раздевалке? Или что-то покрепче, блин? Так, ну-ка, быстров? Нет, нам тут нужны уже замены. Во-первых. Раз. Во-вторых. Да, можно. Не, можно вот так вот. Больше пока не надо. Пока больше не надо. Этого вполне хватит. Что это было такое? Та -а -а. Ща! -а. Да, смотрите, Игнашевич сделал подкат, и там пенальти нет. Просто мастер, просто мастер. А это мастерский навес на Глушакова, который, я надеюсь, пробежит, пробежит, пробежит и отдаст великолепную передачу. Да. Передачу. Ну, <laughs> блин, что-то не, не идет игра. Uh, последнее время имеется в виду вот это самое. Так, Кокорин, Киржаков. Ну-ка, а если просто вот так, э, так не получится, да? Ну, смотрите, самое хорошее то, что Турки, они выходят из обороны через пас, а не через... О, еще удар. Ну, там, да, там острый угол, так что ничего страшного. Они выходят а, не через навесы, а через... Ну, не через выносы, а через просто пас. И это хорошо. Это Глушаков проби... пробил. Неплохо, но можно было и лучше, конечно. Анюков. И просто закрути плиз. Вот просто это было опасно. Там прям комментатор сказал, о, ну, на самом деле, не так уж и опасно. Вот, не так уж и опасно. Широков, Широков. Широков, как Олин его увидел. А там дальше, а там дальше. Я жду, я жду тебя, брат, я жду тебя, брат. Штанга! Что? Что это такое? Продолжаем прессинговать это все дело. Ну, штанга, ну как так-то? Ё-моё, там прям очевидный гол был, очевиднейший. Просто, я не знаю. Так, ну-ка... Нет, там... Там немножко не туда. Немножко не туда. А, так. Дюбиня. На... Ой-ой, как опасно! И как опа... Что? Ну вы посмотрите, как, как он мастерски пробил. То есть, ну, Опять штанга, ну что такое-то. И вот здесь можно было, вот здесь можно, можно было бы еще что-то сделать, но, блин. А вот первый вынос, кстати, самый-самый первый вынос от э, сборной Турции. Я понял, как читерить и говорить правильно по-русски. вот, а, Так, Широков, Камбаров, Кокорин, э, попробуй, да, попробуй. Попробуй, блин, вся моя игра в последнее время строится на тупых, на, на этих, на этих. У меня мячик отобрали, отдай мяч, гаденыш. Фу, у меня какое-то не комментирование, а просто бред сумасшедший идет. Так, джибиньо. Джибиньо, какой, нет, что-то как-то не клеится у нас, не клеится. Я, давайте постараюсь одну атаку провести, вот прям не отвлекаясь ни на что. Ой, как он меня, как он меня об, обвертел, если можно так сказать. Смотрите, они тут даже на весы делают. Ой, а тут у меня открыт фланг. Я вижу, я вижу это. Я это вижу. Так, в атаку, ребятки. Да, вот Глушаков, вижу тебя. Загоев, Финт. Что? Не прошел. Как это возможно? А, ладно, ничего страшного. Дальше идем. Дальше идем. Глушаков. Оф-офф, Глушаков сюда, Дзюба сюда, Широков. Ну, дальше прессингуем. Я думаю, нам что-то перепадет в этом плане. 89 я минута. Если будет 1-0, я, конечно, обижусь. Но ну, потому что мы были на 2 турочки головы лучше, чем. Ну просто 12 из 10 у нас игра сегодня. Просто 12 из 10. Ну, Дзюба, ну что ты делаешь? Так, сколько нам минут дали, я таки не успел увидеть. По-моему, две. По-моему, две. И это очень мало. Это очень мало. Широков. Да, все. Главное, выиграли. Вот такой прогноз, ребят, сегодня. 1-0. Россия выигрывает Турцию. Очень будет интересно посмотреть на реальный матч. В реальности, ну, скорее всего, я его смотреть не буду, и буду я учить уроки готовиться к семинару. Поэтому вы посмотрите за меня. Вот, ну а с вами был Рус Фпс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пейте воду, она очень. Она очень полезная. И смотрите на мою статистику против Турции. У них всего один удар и даже не в створ, а у меня 13 и 7 в створ. То есть я прям колотил-колотил. Ладно, ну в общем, ребят, еще раз лайки, подписки, колокольчики, и я пойду немножко отдохну. В общем, всем пока.